Ох, они сделали тоже магнитный механизм. Ну и функционал больше у китайских, елки-палки. Всем привет, друзья, на связи 5 элемент. Необычный контент снова подъезжает к нам. Что, если мы расскажем вам сегодня о ненастоящих колонках компании JBL? Пятый элемент, не настоящие колонки JBL, что происходит? Сегодня мы постараемся вам рассказать, чем же отличаются настоящие колонки JBL от ненастоящих. Экспериментальный ролик, не знаю, что будет. Посмотрим, поехали. Здесь будут мои мнения, мои впечатления от коробок, от звучания, от сборки непосредственно самой. И для меня результаты некоторые, это тоже сюрприз. О них мы узнаем сами в конце ролика, в том числе и я это узнаю в конце ролика. Первым у нас будет JBL клип, который вы все хорошо знаете. Такая небольшая колоночка. И вот у нее есть аналог. Ненастоящий JBL клип. Давайте узнаем поближе, с ними познакомимся. Первое, это, конечно же, упаковка. Безусловно, она будет отличаться в оригиналах и в не в оригиналах. Что здесь мы имеем? Это гораздо более худшая полиграфия. То есть печатали, конечно, на более плохом картоне и с менее там высоким разрешением. Это понятное дело. Ну и, конечно, оригинальная, как правило, она будет более целостная, чем вот это. Видите, уже такая расслябанная вся. Если же говорить по принтам, что мы еще видим в целом на коробке, они в целом коробки вообще отличаются. Сзади у нас знаменитый логотип Clip and Play в партийных колонках JBL Clip. Здесь он такая красивая полиграфия, то есть просто картон и таким глянцевым, не знаю, глянцевым наложением есть этот специальный логотип. В паленых, прошу прощения, если вам не нравится такое название, мы будем его употреблять. Здесь у нас просто распечатано это все дело на картоне, и оно с уменьшенной контрастностью, чтобы просто не было похоже. Но в целом, если обратить внимание на логотипы, здесь логотип, естественно, пропечатан. В ненастоящих колонках здесь просто красный квадратик, куда можно поставить любое название. Вы, я думаю, что все встречали в интернете там не JBL, а там FPQ какой-нибудь. Но в целом бывает более хитрые производители, которые делают копии оригиналов. Они просто вставляют красный квадратик, а потом налепливают туда, на, там, допустим, логотип JBL. Ну, все что угодно. Давайте быстренько распакуем, посмотрим, что здесь у нас есть внутри. Конкретно вот эти вот две колоночки я уже смог послушать, а вот остальные прям будут 100% сюрприз. Итак, на первый взгляд, вообще, ну, вот на первый взгляд, тяжело сказать, где есть отличие, но дьявол кроется в мелочах. Давайте с вами обратим внимание на логотип фирменный, который у нас такой из металла, и вклеен он в корпус, и корпус, кстати, тряпичный. Вот по тактильным ощущениям, вот почти что не отличается, мне так кажется. Если же мы вернемся к логотипу, то на неоригинальных он как-то больше, и, конечно же, видно, что краска, белая краска внутри логотипа, она выступает. На заметку обращайте внимание на аккуратность сборки, если же вы приобретаете колонки в неофициальных магазинах. Также фирменная часть колонок Clip от JBL — это крепежка вот такая вот, которую можно зацепить там на рюкзак, на забор, на сучок, куда хотите. Здесь она четенько ходит, имеет такой четкий ход и становится в паз очень ровно. В неоригинальных вы уже видите, что она, во-первых, скрипучая, во-вторых, она такая не становится на свое место. В общем, как бы так коричневато, позволю себе такое выражение. Если же мы посмотрим на заднюю крышку, кстати, нужно учесть, что все колонки портативной JBL почти что они влагозащищенные. Здесь же тоже указана влагозащита, но я сомневаюсь по нескольким причинам, потому что здесь у нас, во-первых, кнопочки не, как сказать, не литые с корпусом, а они здесь с дырками. То есть чисто теоретически китайская такая копия, туда может попасть капелька воды, и вашим колонкам придет конец полный. Так вот, задняя крышка, здесь у нас сам этот логотипчик, он утоплен в такой прозрачный силикон, здесь же он просто сделан сверху. Ну, по тактильным ощущениям, опять же, тот же прорезиненный пластик немножко отличается. На оригинале он такой более резиновый, если можно так выразиться. Сама заглушка клип фирменная, в оригинале она отходит так вот вправо, точнее слева, влево. В неоригинале она так вот открывается. Давайте, кстати, посмотрим. Оу, оу, что я вижу, что я вижу. Есть уже отличие, может быть, даже не в сторону оригинала, но это надо проверять. Итак, на оригинале у нас micro USB разъем плюс подключение по 3.5 джеку для проводного соединения. А в неоригинале у нас micro USB для зарядки, USB-A и micro SD карточка можно поставить. Ну, даже не оригинал... оригинальный получился в плане исполнения разъемов. Не знаю, мы это все проверим. Навигационные кнопочки у нас следующие. В оригинале это кнопка сопряжения Bluetooth и кнопка включения. На неоригинале кнопка питания и M, ну, видимо, manual, переключение между режимами. Или mode, наверное, переключение между режимами. Мы сейчас их проверим по звуку и скажем. Потому что вот, по-моему, даже неоригинальный, немножко больше. Вот, ну, USB же надо было запихнуть туда дополнительно. В общем, давайте включим, проверим.
Слышали, да? Ой. При включении JBL Clip 3 оригинале у нас стандартные звуки JBL и подключение то же самое. А здесь у нас звук подключения, такой звук уведомления Windows 10. Вам он всегда знаком, я думаю, что вы его слышали. Итак, мы их послушали, и что я могу сказать, что, ну, безусловно, что клип 3 оригинально будет звучать лучше, это понятно. Более выражены низкие частоты и более высокая общая громкость на JBL Clip 3, прошу прощения, просто на устройстве, которое называется Clip 3, звук захлебывается на самых максимальных параметрах громкости. В целом отсутствует почти что бас, то есть низа практически нет. И, кстати, я еще вот заметил, что мне кажется, вот эта рамка, которая вот такая типа металлическая, она все-таки из разных материалов, то есть вот в неоригинале она больше, да, 100%, это какой-то пластик. То есть вот, по звучанию, по сборке, естественно, отличается, по коробке, по полиграфии, то есть вот это прежде всего, на что нужно обратить внимание при выборе настоящих колонок JBL. Единственной положительной стороной неоригиналов было большее количество разъемов, поэтому JBL, задумайтесь обязательно, ну, больше разъемов лучше, поэтому учтите это в следующих моделях. Следующая колонка, самая попсовая, что есть у компании JBL, это Charge 3. Давайте. Опа, у нас появилось две. Как вы думаете, где оригинальные, где неоригинальные? Тут даже по запаху слышно, по-моему. Итак, оригинал Charge 3 и неоригинал Charge 3. Давайте распакуем, посмотрим, что там внутри. Charge 3 это красивая магнитная упаковка. Это вот такая сама колонка и коробка с аксессуарикой, которая по размеру, по-моему, равна размеру всей ненастоящей колонки. Здесь у нас имеется и всякие вилочки, переходнички для зарядки, документация и должен быть обязательно оригинальный оранжевый кабель. Ох, они сделали тоже магнитный механизм. Ты понимаешь, да? Ну, понятно, что упаковано так себе. Ой, ой, боже, елки-палки, логотипы. На бас-излучателях двух у нас даже наклеено JBL, между прочим, ну-ка, отличается. Ну, конечно, отличается тут, конечно же. Сейчас посмотрим, что здесь у нас имеется еще. Ё-моё, они даже оранжевый кабель положили, но вот он на самом деле чувствуется, что не такой оранжевый, но похвально, похвально. Ну, вы знаете, даже инструкция потолще в оригинале, тут целая, не знаю, книжица тут получается такая со всеми причиндалами, а здесь у нас только вот... Фирма «Оранжевый квадрат», Казимир Малевич на новый лад. Ну, опять же, как мы и говорили, да, сюда просто китайцы берут, покупают там наклеечки JBL и лепят. А так в целом, ну, вы знаете, даже рисунки похожи. Теперь к самим колонкам. Корпус, понятное дело, что на оригинале здесь сама ткань очень плотно сидит, на неоригинале она прям такая, знаете, сморщивается немножко, вот прям возле кнопочек это очень хорошо видно. Сами кнопки резиновые, то есть на оригинале они втопленные, конкретно втопленные, то есть она заподлицо с самим корпусом тряпичным, здесь же она такая, вот самая основная кнопочка, она идет внахлёст как бы. Bluetooth на оригинале, значок Bluetooth, а на неоригинале Mode опять. И, кстати, вот чувствуется, что кнопочки, они более резиновые, а здесь пластик такой, прям пластик, знаете. Вот, это кнопки, плюс-минус то же самое, кнопка play и pause тоже не отличается, ну, только вот основная кнопочка, мы уже поговорили. Сам логотип, естественно, более аккуратный на оригинале, и он, кстати, здесь, он такой, я бы сказал, более квадратный, здесь на неоригинале он такой более выпуклый и закругленный. А на неоригинале это как будто вот эта плашечка, она как будто так наклеена, а здесь она прям присутствует на вот этом вот бас-излучателе пассивном. Теперь давайте откроем заглушку, которая отвечает за спрятать разъемы. И конструкция здесь вообще отличается полностью. То есть, если здесь у нас поднимается... Ой, как страшно. Ёлки-палки. Но здесь, кстати, такой же джентльменский набор, как и в Clip 3. Посмотрим. В оригинале Charge 3 у нас имеется 3.5 джек, микро-USB для зарядки. И, конечно же, у нас есть USB-A для отдачи электроэнергии. То есть можно заряжать как Powerbank. Заряжать как Powerbank'ом, правильно сказать. Здесь же у нас уже вылетела резиновая штука эта. Micro-USB разъем, 3.5 джек, USB-A и microSD-флешку можно поставить для воспроизведения музыки. Как-то так. Закроем. Опять же, я думаю, что ни о какой влагозащите здесь речи идти не может абсолютно. Давайте колонки включим, проверим, как они звучат. Вот даже по звуку включения я могу сказать, что не оригинально, как будто и очень плохо, по-моему. Вы слышали?
Итак, слушаем не оригинал. Первым подключился у нас. Как это не было бы странно. Что могу сказать по звуку? Колонки хрипят элементарно, а бас-излучатели не просто не двигаются. Можно сделать вывод, что они здесь просто для декоративной похожести с оригиналом. То есть они никак не ходили, соответственно, должны они ходить. Поэтому здесь динамичек просто встроен внутри и ничего больше. В общем, по оригиналу могу что сказать? Не знаю, в раза три громче. Во-вторых, басовите, потому что здесь еще и бас-излучатели туда-сюда ходят. В общем, низ гораздо более крутой. В целом, более гораздо крутой звук. И что я еще... На что обратил внимание, Charge 4, которая оригинальная, она гораздо тяжелее, потому что здесь у нас встроенный Powerbank на 6000 мАч, который позволяет вам заряжать ваш телефончик. Здесь, я не знаю, есть ли такая функция, я просто свой телефон не рискнул сюда подключать, хотя, если вы хотите, то ставьте лайки, подключу свой iPhone, что уж там терять-то. Итак, мне здесь наушник сообщает, что лайки собрались, и я попробую подключить свой iPhone. Давайте с оригинала начнем. Подключим его сюда. Ставим, подключаем в... USB-A. Напоминаю, что USB-A здесь может использоваться для подключения флешки и воспроизведения, поэтому не знаю, как она будет заряжать. Ну, Charge 4 оригинально, понятное дело, заряжает. Я думаю, что вы это все прекрасно видите. А вот касаемо не оригинала, сейчас попробуем. Ну, по идее, он же тоже какой-то ток должен отдавать. Как бы, не знаю, там, емкость и так далее. Разобрать бы, посмотреть. Подключаем. Ха! Тоже заряжается! Не знаю, насколько это качественно... Так, еще разок. А вот и не заряжается. Либо у меня порт сгорел. Нет, заряжается. Все-таки заряжается. Но батарейка будет гораздо меньше. Даже интересно, кстати, что указано на коробке. На коробке емкость батарейки самой не указана. И еще дополнительно, конечно же, указано, что здесь можно ее погружать под воду. Но я вам этого делать не советую. Оригинальную, конечно же, можно с ней играться, вбрызгаться. Но вот конкретно это устройство не советую. Мы едем дальше. Более тяжелое. Поэтому... Как говорил Борис Бритва в фильме «Большой куш», вес — это надежность. Обращайте внимание, пожалуйста, на вес. Едем дальше, и там нас ждет сюрприз. Друзья, в одном из самых своих первых роликов на этом канале я вам рассказывал как-то про JBL Boombox. Здоровая штука такая, классная для поездок, водонепроницаемая, такая базука натуральная. И вот у китайцев тоже есть копия на нее. Вы знаете, когда свитер садится после стирки? Ну, по-моему, это этот случай. Друзья, Boombox от копии компании JBL и JBL Boombox, который настоящий. Давайте распакуем, сравним размеры. Я не знаю, может ее кинуть в воду надо, она шире станет. Сейчас посмотрим. Колонка большущая, тяжеленная, что ей можно кого-нибудь прибить, я не знаю. Но маскировочный цвет прям четкий. Ну вот уже, кстати, коробки сравнялись, точнее, коробка сравнялась почти что по размерам с колонкой. Я все-таки еще надеюсь, что она разбухнет. Давайте посмотрим на китайскую версию. Распакуем. Мятая колоночка. О боже мой, тоже маскировочный цвет. Ой, класс. Ну, выглядит не так уж и плохо, на самом деле. Ну, не отличаясь по размеру только. Кстати, провода, они такие не оранжевые, а очень модного в этом сезоне цвета, который называется коралловый. Ну, давайте сейчас не будем обращать внимание уже на размер, все-таки там, не знаю, может, мы сейчас включим ее и просто офигеем. В целом, в чем отличие? Ах, я думал, софт-тач пластик такой, а здесь он непонятно что на китайской версии копии. Пластиковая ручка не очень приятная, конечно. Здесь все-таки низ у нас такой немножко прорезиненный, и ручка гораздо более качественная. Касаемо самих кнопок, то здесь, конечно же, тоже будут отличия. Хотя небольшие, отличаются только по втопленности, опять же, кнопочки. Хотя здесь постарались в копии максимально сделать втопленную кнопку питания и... Как мы уже догадались, кнопка включения радио. И финальная кнопочка отвечает за воспроизведение и паузу. Здесь же в JBL, в настоящем JBL, она сделана просто как кнопочка Play. Логотип сделан максимально качественно на копии JBL Boombox. Тоже примерно вот такой же, вы знаете, очень хорошо смотрится. Давайте посмотрим по бас-инверторам, бас-излучателям точнее. JBL сверху, JBL снизу. Здесь... То же самое, ну, чувствуется, конечно, что оно как-то по-калечному напечатано, но в целом есть, хорошо, пока что удивляет нас. И теперь давайте посмотрим на заглушки. В JBL
Boombox оригинальным у нас здесь что имеется? Большая вот такая вот панелька, в которой у нас имеется подключение переменного тока для зарядки непосредственно самоколонки USB-A, сервисный разъем microUSB и, конечно же, просто USB-A для подключения двух телефонов. Два телефона можно заряжать, да, точнее, совсем оговорился. И 3.5 джек для подключения по проводу. В копии под заглушкой у нас имеется AUX, microUSB, опять же, microSD флешка и просто USB. Сама заглушка, конечно, она такая... О какой влагозащищенности может идти речь? Смотрите, вот она вот так вот делает. Ну, я надеюсь, мы сейчас включим и просто с вами обалдеем. Проверим, на месте ли радио. Слава богу. Кстати, давайте пока что воспользуюсь ситуацией, проверю вот само покрытие. Конечно, на оригинале оно чувствуется, что оно такое более качественное. Здесь оно как будто такая синтетика, синтетическую купили кофточку в магазине. И, конечно, оно ощущается менее приятно. Здесь оно более гладенькое, такая более плотная, скажем так. Поэтому, опять же, никакой влагозащищенности я вам точно гарантировать в этой версии не смогу. Ну, давайте послушаем, удивимся. Может, нас китайская копия удивит. Давайте посмотрим. Комментарии излишни, по-моему. Полностью излишни. Даже вот мы, кстати, думали, что с нашим оператором Максом, что ну хотя бы они будут, эти колонки, на шаг отличаться. То есть по размеру у нас предыдущий это экстрим идет, хотя бы она будет звучать там плюс-минус. Но мне кажется, она звучала вообще хуже всех. В большущей колонке JBL Boombox китайцы не смогли не повторить ни размер, ни подключение, ни вес, ни качество. В общем, вот это конкретно самая вообще, наверное, неудачная копия из всех. Ну давайте подведем итоги. Итак, друзья, итог. Что я могу сказать, что может ли копия быть лучше оригинала? Пожалуй, нет. Ни по звуку, ни почему. На что нужно обращать внимание при выборе колонки, в конкретном случае JBL, я могу сказать так. Первое. Обратите внимание, пожалуйста, на упаковку, потому что в случае копии она может быть супер близко к оригиналу, но само качество картона будет вообще отличаться абсолютно. Второе – это комплекты, конечно же, комплектующие, аксессуары, которые идут в комплекте, тоже на них обращать внимание, потому что на JBL это оранжевые, фирменные, классные, здоровские, то есть оранжевый, как должен быть оранжевый, там ни белее, ни темнее, ни в коем случае там другого какого-то цвета. В колонках, которые у нас были, там, китайские копии, то, естественно, там цвета какие хотите и наполнение коробок какие тоже хотите, обращайте, пожалуйста, внимательно. Также наличие документации играет важную роль в JBL оригинальном, естественно, у нас есть и большая кипа документов, которая позволяет нам более полно изучить весь продукт. Здесь же у нас имеется, там, в лучшем случае, гарантийный талон, который заполнил своими руками сам продавец. Это так. Ну, конечно же, сборка. Сборка, безусловно, отличается. Здесь, если у нас будет все шататься, скрипеть, что-то не работать, это все нормально, как у нас было в JBL Pulse 3, где выпадала заглушка. В общем, на это тоже обращайте внимание. Естественно, конечно же, оригинальный JBL будет влагозащищенный. По поводу китайских копий я вообще точно не могу наверняка сказать, поэтому лучше с ними в воду не суйтесь, больше я вам скажу, что они могут просто причинить какой-то вред. Друзья, в общем, используйте только оригинальную технику, тем более музыку, потому что на музыке экономить нельзя. JBL оригинально у нас есть на сайте в наших магазинах. Приходите, слушайте, не отказывайтесь в удовольствии. Ну а с вами был Пятый Элемент. Слушайте только настоящую музыку на настоящих колонках. Друзья, всем пока.